энергичнее. То, что с изданием связано. Так называется поезд. Поезд, 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 кончился вокзал. Рельсы, рельсы, шпал, шпалы, я опять на поезд опоздал. То ли загляделся на фигуры в облаках, на корабли красавиц, яхты и драконов, то ли засиделся в привокзальных кабаках, короче, на путях стоит среди перронов. Выбора надо срочно делать, следующего ждать или догонять. Площадь привокзальная, такси, но никого, увы, не уломать. Половина едет в парк, их дома ждут давно. Кто колесо меняет, кто ушел к соседу. Миллионы дел своих, такое вот кино. Но повезло, догнали люди, заскочил и еду. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, поезда не спеша набирает темп. Мимо кури, сивульки, люди, львы, орлы и прочий контингент. Поезд, ты куда, откуда, я не узнаю пейзажи законных тамбурного дыма. Ничего не понимая, у окна стою, а львы, орлы и куропатки пролетают мимо. Если разобраться, то выходит в торопях не свой состав догнал. Что же делать, братцы? Тормозим, очередной вокзал. Вы хотите ждать свой поезд сутки или год, на облака глядя или вино глотая? Нет, поеду дальше, но вдруг не повезет, и я найду, как в сказке, то, чего не знаю. Поезд, 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 рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Поезд, поезд, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы.